Шокирующие кадры из Кемерово, видео, как на одном из городских кладбищ гробы с трактора сваливают прямо в траншею, появилось в сети. По данным местных СМИ, так хоронят бездомных. Якобы для экономии средств организация, которая управляет кладбищами, с 1 декабря этого года уволила всех рабочих и смотрителей. Поэтому те, кто остался, работают вот таким варварским методом. На кадрах видно, один гроб пуст, во втором, очевидно, что-то лежит, но что именно, понять невозможно. Видео возмутило кемеровчан, только пока официального ответа по этому поводу нет. Руководителя муниципального предприятия на месте не оказалось, он неожиданно ушел в отпуск. В мэрии Кемерово начали проверку, и результаты озвучат до 19 декабря.